Завершился муниципальный тур конкурса «Учитель года 2014». На собеседовании с большим жюри свои работы представили победители отборочных этапов. О том, кто из воркутинских педагогов лучший в этом году, наш видеоматериал. В конкурсе принимали участие 19 учителей. 6 из них выступали в номинации «Педагогический дебют». Презентация команд, мастер-класс, профессиональные дебаты уже позади. По итогам 3 туров в финал вышли 4 участника. Среди них преподаватели истории, химии, физики, коми-языка и других предметов. Главные условия участия в конкурсе «Учитель года 2014» – использование в учебном процессе современного оборудования и средств мультимедиа. Финалист конкурса Александр Березко выступал в номинации «Мастер». Впервые участвовал в подобном мероприятии в 2006 году. Применение новых технологий считает правильным, однако не ключевым фактором образования. Это сейчас очень облегчает урок, делает его более интересным, но я все-таки думаю, что как было в 2006 году, что сейчас, все-таки два главных действующих лица на уроке – это учитель и ученик. Вот самое главное – это взаимоотношения двух данных субъектов на уроке, а все остальное – это как, скажем так, канва, которая помогает эти взаимоотношения улучшить. Последнее испытание для участников – конкурс самопрезентации. В лаконичной, но содержательной манере четверо победителей поочередно зачитывали свои эссе. В стихотворной форме о себе рассказала Светлана Яманова. «Ах, школа, школа, ты и смех, и слезы, боль неудач и блеск моих побед. Но я, пройдя твои шипы и розы, усвоила навек учение свет». Девиз конкурса «Жизнь требует движения». Все участники продемонстрировали свою энергию и мастерство. С каждым годом требования к квалификации учителей возрастают. Растет и профессионализм. Нужно сказать, что уровень участников был очень высокий. Конкурсные мероприятия проходили просто действительно очень, знаете, настолько в такой вот высокой профессиональной среде, и поэтому я думаю, тем, кто сегодня вот эта четверка вышла, наверное, действительно город может аплодировать. Это действительно современные, хорошие, профессионально подготовленные педагоги. В итоге жюри определило победителей. Педагогический дебют убедительнее всех состоялся у Радика Туримбекова, учителя истории и обществознания 40-й школы. В номинации «Мастер» третье место у Ларисы Сударевой, школа номер 34. Второе у Александра Березка, 32-я школа. И учителем года в 2014 году стала Светлана Яманова. Ей предстоит отстаивать честь воркутинского образования на республиканском уровне. Александр Воеводин, Павел Корнев, ТВ-Гало, Воркута.